Всем привет. Так, 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 что у нас изменилось в последнем видео? Не помню, ступицы сделали, да, показывал. Сделал рулевые. Все приварил, обварил. Руль закрепил, багажничек он сделал. В общем, пока. Так, сейчас платформу. Крепление маятника обвариваем. Крепление сиденья. И вот так вот. Можно будет завестись, может быть, даже проехаться. Не стал я делать, как делал. В платформу вваривал я обычно эти, срезал шляпки и болты вваривал. То есть было все мертво. Сейчас сделал по-другому. Сейчас у нас получается, что просто болты можно будет менять. И, допустим, если ограничено пространство, можно будет в бок просто снять болты и вытащить мотор. Вот, мотор я закрепил, выхлоп это мне от старого отдали, мы с ним поменялись, этот я отдал ему, этот взял. Греет, говорит, вот здесь, наматывать он не стал, оставил, в общем, стандартный выхлоп. То есть, как-то так. Тут все я примерил. Все крутится, вертится, если что, задевает вот. Сейчас цепь подрежу, надо натяжитель сделать. Ну и варить, конечно же, варить. Пока, в общем, так. Движок 6,5, я уже говорил. Потихонечку, помаленечку дело движется. Платформа на прихватках. Пока что в примерочном режиме. Так, надо на коленвал уже наваривать. Вставочку. И дело движется потихоньку. В завершении, наверное, все. На сегодня заканчиваю. Если что, мотоцикл этот не продан. Для всех желающих. Отправка транспортная. Кто поближе, приезжайте. Как будет готов. В комментариях оставлю ссылку на ВК. Можете написать.